Вы смотрите обзор товара «Скамейка чугунная Флора Нова, 1,8 метра». Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Внимание! Срок исполнения от 5 дней до 3 месяцев, уточняйте у менеджера. По 100% предоплате. Чугунная скамейка Флора – одна из красивейших представителей нашего ассортимента садо-парковой мебели. Она будет лаконично смотреться на территории приусадебного участка или классического паркового ансамбля. Только наше производство садово-парковой мебели может предложить вам чугунную скамейку с фигурным деревянным подлокотником. Неповторимый дизайн, воплощенный в чугунных опорах скамейки Флора в сочетании с деревянным брусом из хвойных пород древесины, выгодно отличает ее от других представленных моделей садово-паркового оборудования. Напоминаем вам о том, что вы можете выбрать несколько вариантов древесины. Мы предлагаем высококачественный брус из лиственницы или ели. Скамейка поставляется в разобранном виде. Лиственница лучше, чем сосна. В производстве чугунных скамеек мы используем лиственницу. Скамейка имеет дополнительную защиту от раскачивания. Материалы. Опора чугунное художественное литье. Покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Стандартный цвет, по умолчанию, черный плюс бронзовое патинирование. Сиденье и спинка, брус, ангарская сосна, лиственница. Вариант исполнения, композитные материалы, различного сечения. Огнебезащитные пропитки плюс тонировочный состав с антисептиком плюс 2 слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Возможность выбора цвета из палитры. Фурнитура, оцинкованная. Возможность выбора цвета фурнитуры по каталогу RAL. Стандартный цвет, по умолчанию, серебристый. Возможность использования потайной, скрытой фурнитуры. Технические характеристики. Габаритные размеры. Высота – 86 см. Ширина – 79 см. Вес – от 84 кг. Детальные размеры. Высота сиденья – 40 см. Ширина сиденья – 47 см. Высота спинки – 35 см. Длина посадочного места от 0,6 до 3 метров. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.